давайте-ка посмотрим, как тут все красиво. Каждый кустик в огоньках, да? Красотища. Тебе нравится? А вот снеговичок, вон фоткаться. Вау, елка какая. Шапку хочу. Театр «Зверопой», вторая часть. Мама, пойдем сюда с 23 января? Пойдем, конечно. Дед Мороз! Любого здоровья, ангел, принесла чистого сердца. Мам, вы бы такая жалко, нажимаешь на ушки вот так? Сколько такая шапочка стоит? Такая 500. А, коробка по 400. А, ушки еще поднимаются? Да, я не сесть. Коробка по 400, все остальные по 500. Понятно. Они пришли на елку. Видишь? Да где ты будешь кататься? Они уже бедные, уставшие, наверное, на полпути упадут. Мама, пожалуйста. Мама. А какой маршрут у пони? Хорошо. Карил, иди сюда. Ладно, подожди, пока. О, Деды Морозы, смотри. Сколько берет Дед Мороз? Не знаю. Становись. Давай сделаю фоточки. Опа! Не помещается. Бабушка! Так ты переверни. Идите с бабушкой. Не торговали, 150.